«Сколько стоит война?». Доброго дня всем, кто меня слышит. Мы с вами снова отправляемся в темные глубины космоса и в онлайн. Здесь космические миллиардеры путешествуют от звезды к звезде на кораблях стоимостью сотни миллионов исков. Вот к межзвездным вратам подлетает совершенно обычный линейный крейсер класса «Дрейк», один из самых распространенных в Новом Эдеме. Стоит он около 28 миллионов, но без пусковых установок и щитов будет, в общем-то, бесполезной грудой металла. Именно поэтому большинство капсулеров тратит огромные деньги на корабельные модули, пушки, закупает боевых дронов и боеприпасы. Какой корабль лучше подойдет для боевых миссий? Сколько стоит нужный набор навыков? Где можно быстро заработать? Сколько стоит победа в войне? Перед каждым из капсулеров нового Эдема рано или поздно обязательно встают подобные вопросы. Да-да, вы правильно догадались. Сегодня у нас весьма необычная цель. Мы будем считать чужие деньги, которые при удачном стечении обстоятельств вполне могут стать вашими. Для этого вам не обязательно становиться грозным пиратом и ежедневно нападать на чужие станции, чтобы поживиться за счет их владельцев или потребовать выкуп. Космические сражения — увлекательное, но не самое прибыльное занятие. К тому же в Новом Эдеме даже тот, кто нападает на заведомо более слабого противника, не может быть уверен в своей победе до самого последнего мгновения. Положение может резко измениться в любую минуту, и нападающий останется с носом. Не верите? Вот вам подлинный случай, о котором нам рассказал один из наших информаторов, шныряющих в открытом космосе на корабле-невидимке в поисках сенсаций. Не так давно маленькая исследовательская станция, расположенная в системе Пойнен, подверглась атаке. Ее владелец при всем желании не смог бы отбиться своими силами. Ему просто нечего было выставить против трех линкоров. Перед началом так называемой «второй волны нападения», которая должна была добить силовое поле, защищающее станцию, он публично попросил помощи. За уничтожение каждого из линкоров, атаковавших его станцию, он предложил 50 миллионов исков. Очень небольшие, можно сказать, символические для серьезного капсулера деньги. Казалось, исход атаки предрешен. Однако, когда линкоры вернулись к своей жертве, их ждал большой сюрприз. Атакованную станцию чинили три специализированных ремонтных корабля класса «Василиск» и еще один класса «Скиметар». Спайдер-танк, метод взаимной подкачки щитов друг у друга, помог им выдержать атаку линкоров. Через некоторое время к ним присоединились еще шесть кораблей, и защита станции сделалась непробиваемой. Покрутившись вокруг и постреляв без особенного успеха, нападающие вынуждены были оставить свою затею. А ведь победа была так близка. Деньги из воздуха. Но в Новом Эдеме, как и во многих других мирах, включая реальный, самый большой куш достается вовсе не тому, кто хорошо умеет драться, а тому, кто хорошо умеет считать. Итак, добро пожаловать в общество бессовестно богатых людей, профессиональных торговцев и производственников EVE Online. Устраивайтесь поудобнее, сегодня нам предстоит поучаствовать в большом сражении. Однако в этот раз нам не понадобятся ни хорошо защищенные корабли, ни тяжелые пушки. Самые яростные сражения в Новом Эдеме происходят вовсе не в открытом космосе, а в тишине кают. Здесь капсулер вынужден следить не за скоростью и расстоянием до кораблей противника, а за изменениями торговых ордеров и динамикой цен. Это непростая задача, требующая не только внимания, но и опыта. Смотрите, мимо нас пролетает крошечный амарский шаттл. Им управляет человек, который может себе позволить купить любой корабль, когда-либо сходивший со стапелей Нового Эдема и еще не уничтоженный. В частности, вот этот прекрасный голлендский линкор класса «Доминикс» стоимостью 48 миллионов исков или пару десятков небольших ударных кораблей класса «Ягуар» по 28 миллионов каждый. Он расстается с огромными деньгами с легкостью, знакомый разве что олигархам. Однако перемещается между станциями на крошечном беззащитном кораблике, красная цена которому от силы 20 тысяч. Вы спросите, почему он не купит корабль поприличнее? Ответ прост. Он не умеет на них летать. У него никогда не было необходимости учиться этому. Большую часть времени он проводит в своей уютной каюте, продавая и покупая. Покупай дешево, продавай дорого. В этом суть рыночной экономики. Но чтобы делать это достаточно успешно, мало быть в курсе текущих цен. Торговая удача складывается из умения анализировать графики цен, внимательного чтения новостей и способности предугадывать, как то или иное событие повлияет на спрос.
Если стартовый капитал торговца достаточно велик, он может просто дождаться, когда в главный торговый хаб нового Эдема, систему Жита, приедет очередная крупная партия востребованного товара. Выкупив всю эту партию, торговец выставляет его на рынок по более высокой цене. Начинающие дельцы, пытающиеся превратить свой первый миллион исков в пару миллиардов, действуют иначе. В разных концах обитаемой вселенной они выставляют ордера на скупку различных товаров, от руды до раритетных модулей. Вот, к примеру, мимо нас проплывает неповоротливый грузовой корабль. Торговец, управляющий им, везет топливо, которое требуется для работы капсулерских станций. В связи с новостями об изменении системы добычи с планет, цены резко скакнули вверх. Однако не все производители успели это понять. Порой для того, чтобы собрать все, что удалось выкупить за смешные деньги у незнающих настоящей цены своей добычи капсулеров, торговцу приходится пролететь десятки систем. Чтобы не терять времени, туда он везет боеприпасы и боевых дронов, а обратно — выкупленный товар, который можно с большой выгодой продать в Жите. Существует множество сторонних ресурсов, помогающих торговцу планировать закупки и продажи. Один из самых удобных — так называемый «Житономик» — онлайновая база цен по всем регионам Вселенной. С ее помощью можно узнать, где именно можно дешево купить и дорого продать, сыграв на разнице в стоимости одного и того же предмета в разных уголках нового Эдема. Им пользуются и производственники, просчитывая будущую прибыль. К примеру, считается, что на продаже подсистем для гибридных Т-3 крейсеров можно сделать кучу денег. Однако помните, что стоимость каждой подсистемы складывается не только из стоимости работы и сырья, которое совсем непросто добывать. Как правило, только один тип боевых подсистем для крейсера «Тенгу», самый востребованный у капсулеров, можно продать, получив серьезную прибыль. Остальные уходят почти по себестоимости, но только если где-нибудь не возникает дефицит. Внимательный торговец, вовремя заметивший скачок спроса, вполне может очень неплохо на нем заработать. До новых встреч в космосе!